Следующий период это период который называют периодом апостольских учеников проповеди поменялись и сам стиль проповеди изменился потому что апостолы свидетельствовали о том что они видели и слышали вот. проповедь учеников была другой ученики читали писание апостолов это уже другой стиль совершенно другой подход они читали писание апостолов потом уже изъясняли и что-либо говорили в назидании на основании прочитанного текста. Вот. То есть сам стиль проповедей поменялся, поскольку уже они не свидетельствовали о том, что они видели, а свидетельствовали о том, что видели апостолы, что видели ученики и передавали это другим. По мере ослабления гонений уже вот в ii третьем веке и увеличения количества членов церквей появилась необходимость более глубокого изучения Библии и более совершенной проповеди. И появились новые богословы, новые проповедники, которые внесли вклад в развитие проповеди. Например, Ориген, вы все, наверное, слышали такое имя человека, под влиянием которого проповедь превратилась из обычной истолковательной беседы в произведение ораторского искусства. Вот, и вы, наверное, знакомы с Оригеном, особенно в связи с методом аллегорического толкования Библии. Да? Ориген считал, что как человек состоит из тела, души и духа, так и текст имеет три уровня. Текст имеет уровень души, обычный, вот, простой, буквальный. Затем следующий уровень – это уровень моральный и потом духовный. И Ориген отыскивал эти уровни и таким образом толковал Писание. Вот, и, например, у него были такие интересные толкования. Он, э, цветная одежда Иосифа означала его разнообразные познания. То есть Иосиф много знал и разнообразно. Или там животные, в которых раздвоены копыта и которые жуют жвачку, это христиане, которые много размышляют над Словом Божьим. Вот очень много таких занимательных вещей можно прочитать у э, Оригена. Но Ориген внес действительно большой вклад в развитие проповеди как науки. Он был первым, кто фактически перешел от простого такого неупорядоченного рассуждения над текстом к ясному и последовательному изъяснению текста. Он как бы сформулировал или сформировал эту форму, форму проповеди. Во-вторых, он придал особое значение, или по его примеру стали придавать особое значение тщательной экзогезии текста. То есть вот эти два момента. Первое, Арген стал проповедовать на основании конкретного текста. Второе, он стал уделять особое внимание тщательной экзегезии текста. Вот и он стал учить и преподавать э, о том, что, что христиане должны тщательно изучать Библию. Они должны изучать внимательно, изучать и использовать различные инструменты словари, справочники. У регена у Регена не было столько материалов, как у нас, но тем не менее он это делал. Потому что до Оригена проповедь была просто ну, такой серией неупорядоченных бесед. Просто беседовали о том, о другом, о третьем вопросы, ответы. Но Ориген сделал проповедь ну, своего рода вот такой последовательным изложением какой-либо истины. То есть, то, что мы говорим, проповедь, а не беседа. Беседа это может быть размышление о разных темах, но это проповедь более известный представитель последующего периода это Златовуст. Вот я хотел на него обратить внимание, поскольку это ну, одна из ярчайших личностей в истории проповеди. Ян Златовуст жил в конце 4, начале 5 века и он оставил нам около тысячи проповедей, вот, в том числе 88 на Евангелие от Иоанна, 90 на Евангелие от Матфея, 32 на послание к Римлянам. Кстати, интересно, что проповедовать златовуст начал только в 39 лет. Вот, довольно поздно, и тем не менее он очень-очень много сделал. Вот, и его проповеди считаются образцом ираторского искусства, и я уже говорил, что православные гамилеты советуют, кто хочет быть хорошим проповедником, тот должен день и ночь читать Златоуста. Вот. И Златоуст известен как такой страстный проповедник, обличитель пороков общества. Златоуст порисал жадность, лень, раздражительность, гнев, распутство. Вот, он так хорошо комментировал текст Писания, всегда у него было применение. Вот и заканчивал проповеди он обычно краткой молитвой и словословием. Вот интересно отметить некоторые основные характеристики проповеди Иоанна Златоуста, вот, чтобы нам поучиться у него. Проповедь его была библейской, ну, в том смысле, она была основана на Библии в основном. Хотя можно встретить у нее другие рассуждения там, разного рода вот интересующих людей э, проблемах, но в основном проповедь была библейской, основанной на Библии. Он систематически исследовал книгу за книгой. Может быть, кто-то из вас видел собрание сочинений Золотого Уста, да? Вот э, здесь выпускают таких многотомник э, синеватого цвета книги большие, и там очень хорошие комментарии есть на бытие, на Псалмы, на Матфея, Иоанна. Вот он проповедовал на послание к римлянам, Галатам, Ефесинам, Тимофею, Титу. И его проповеди насыщены цитатами из Библии. В его проповедях 7 тысяч цитат из Ветхого Завета и 11 тысяч из Нового. Вообще отцы церкви, так называемые отцы церкви, очень много цитировали Библию. И если бы даже не было Нового Завета, говорят, можно почти весь Новый Завет составить на основании их цитат. Вот, подумайте о себе, как часто и как много вы цитируете Библию. Насколько Библия играет большую роль в вашей проповеди? Проповедь его была библейской. Его истолкование писания было ясным и простым. Вот, в отличие от Оригена, Златоуст следовал так называемой школе э, историко-грамматического толкования. Вы слышали по герминевтике, возможно, есть школа аллегорического толкования, которой придерживался Ориген и другие толкователи. Но Августи... не... Златоуст это представитель историко грамматической школы. То есть он изучал текст в контексте. Он изучал историко-культурный, делал историко-культурный анализ, текст, лексический и так далее. И его толкование было ясным, простым и понятным. Еще один пункт. Златовуст показывал, как применять писание к жизни. То, о чем э, и на что жалуются сегодня слушатели наши. Часто говорят, нет применения. Что делать после проповеди? Проповедник ничего не говорит. Рассуждает о а многом, не говорит конкретно, что нужно делать. Златовуст говорил, что делать. Он обличал гульбище, роскошь императоров, объедение. То, что те грехи, которыми страдал народ, он обличал и показывал это в своих проповедях. И еще Златоуст был бесстрашным и мужественным проповедником. Вот его смелость на кафедре привела к ссылке, в которой он и умер. Вот я уже упоминал таких сильных, страстных проповедников, для которых проповедь была делом их жизни. Для них было не все равно проповедовать, не проповедовать. Они готовы были умереть за то, что они проповедовали. Вот и таким был Златоуст, вы из истории знаете, что он был сосланный и вот на территории где-то современной Армении он умер со словами Слава Богу, за все. Вот. Патриарх, изгнанный за свои обличения императрицы, умер в ссылке. Я не могу удержаться от того, чтобы не процитировать небольшой отрывок из проповеди златоуста. Мне так нравятся некоторые отрывки его проповедей. Они великолепно звучат. Это беседа на книгу Бытие. Вот как он проповедовал. Один отрывок и второй по книге Бытия тоже, но по начальным главам. Девятая глава. Помните, когда Ной начал возделывать виноградник и испил от вина, от того, что получилось, и был в таком неприглядном виде в своем шатре. И вот смотрите, как интересно говорит Златоуст об этом, как красиво. Мы дошли теперь до конца повествования о праведнике Ное. Поэтому прошу, напрягите ум и тщательно внимайте тому, что говорится. И от сегодняшнего чтения можно получить немалую и не незначительную пользу. Потому что все, случившееся с древними мужами, если только мы захотим быть внимательными, может доставить нам величайшие назидания. Для того и описаны не только добродетели святых, но и прегрешения их, чтобы мы последних избегали, а первым подражали. Мало того, Божественное Писание показывает тебе, что и праведники часто падали, и грешники являли великое исправление, чтобы от того и другого мы получали достаточное вразумление, чтобы стоящий в добре не предавался беспечности, видя, что и праведники падали. И пребывающий во грехах не отчаивался, зная, как многие грешники раскаялись и успели достигнуть самой высокой степени добродетели. Вот красивое введение, да? Если мы можем понять, конечно, сложности, такую велеречивость языка, к чему сегодня мы уже так отвыкли немного от этого в результате работы с электронной почтой, таких короткие послания, а здесь так длинно, красиво, ярко. Или вот еще интересно, как Златоуст, Златоуст пишет о сотворении неба и земли. Вначале сотворил Бог небо и землю. И он пишет, в самом образе творения открывается божественная природа. Как она творит вопреки человеческому обычаю, сперва распространяет небо, а потом уже подстилает землю. Прежде делает кровлю, а потом основание. Кто видел, кто слышал подобное? В созданиях человеческих никогда не бывает этого. Но когда повелевает Бог, тогда все уступает и повинуется воле Его. Не станем же своим человеческим умом испытывать дела Божьи. Но смотря на сотворенные, будем удивляться художнику. Невидимое его, говорит Писание, от сотворения мира многими помышлениями видимо суть. Если же враги-истины будут настаивать на том, что невозможно произвести что-нибудь из суще... несуществующего, то мы спросим их: первый человек создан из Земли или из чего-нибудь другого? Без сомнения, они скажут, согласятся с нами и скажут, что из земли. Так пусть же они скажут нам, как из Земли образовалась плоть? Из Земли может быть грязь, кирпич, глина, черепица, но как произошла плоть? Как кости, нервы, жилы, жир, кожа, ногти, волосы, как из одного наличного вещества столько разнокачественных вещей. На это они и уст открыть не могут. Да что говорить о нашем теле? Пусть они скажут нам о хлебе, который мы ежедневно питаемся, как он, будучи однообразен, превращается в кровь, мокроту, желчь, в различные соки. Хлеб по большей части имеет цвет пшеницы, а кровь бывает красная. Таким образом, они не могут сказать нам о том, что у нас ежедневно перед глазами. Тем менее, могут сказать о прочих созданиях Божьих и так далее. И вот когда мы читаем Златоуста, мы можем заметить, что это не просто проповедь это произведение искусства своего рода он старается не просто говорить он говорит красиво потом э, он объясняет текст в свете современных проблем вот когда были споры о каких-то проблемах он их и объясняет сейчас потом он объясняет трудные места Библии он не боится взять текст Ное, который был в непотребном виде он проповедует об этом надо объяснять трудные тексты Библии и он прилагает к жизни применение он всегда находит вот в своих в текстах, в проповедях применения. Можно было бы еще вспомнить из проповедников того времени Августина, хотя он не столь известен как проповедник, он более известен как богослов. Вот мы знаем его книги, и его богословие оказало большое влияние на западное, особенно на западное христианство. После вот этого периода наступил такой упадок проповеди 7-8 века, когда проповедники начали гнаться больше за формой изложения, забывая о духовном содержании. И были проповедники, которые отыскивали по 7-8 значений текста. И было очень модно, вот кто найдет больше значений текста. Некоторые доходили там до 15 и так далее, и так далее. Вот, хотя, конечно, в этом они уступали некоторым еврейским комментаторам. Мы, наверное, слышали, один комментатор еврейский говорил, что он истолковал первые два слова бытия в начале. Вот, и он предложил 913 толкований вот этих двух слов. Правда, он сказал, что ограничил себя вот, числовым значением этого выражения. Он мог бы и больше написать. Поэтому, конечно, 7-8 значений текста это еще мало. Вот можно найти гораздо больше. Но проблема в том, что форма стала значить больше, чем содержание. И делались попытки восстановить проповедь. Но ну, поскольку христианство было объединено с государством, например, Карл Великий, ревнуя о проповеди, вот, он даже книгу выпустил проповедей, чтобы проповедники учились, и потом лучше проповедовали, но получилось хуже. Проповедники просто брали эту книгу и прочитывали проповеди. И каждый год проповеди повторялись, вот и люди вообще перестали слушать. Стало неинтересно. То есть такой упадок проповеди был. И вплоть до, практически до начала вот, реформации. И лишь во время реформации опять э, началось возрождение, то, что мы называем возрождением проповеди в 16 веке. Вот когда Лютер выступил против индульгенции и других заблуждений церкви.